gonna fuck me. I feel so ordinary, so when you around me, treat me like gold, why you pay me out? Why you miss me, tear me out? Всем привет, меня зовут Ангелина Тимми, добро пожаловать на мой канал. На улице вот такая вот погода, и я встречаюсь сегодня с девочками. Вроде бы Полина собакой. Будем, короче, посмотрим. Можно. Смотрите на этих девочек. Это Катя, вы ее давай, видели, девочка. Полина первый раз видите. И главный гость сегодняшнего видео. Полина Белянская. Смотрите. Такие вот ботфорты. Это ботиночная ситуация, да, Лол? Скажи, ой, тихорозая! Я тебе сейчас потискаю, дойдем. Заплатишь ей гонорар. Смотри, как на выставке. Ой! Тебя еще напугали, да? Мама! Мы идем в The Park. Сейчас у нас их игры, подождите. Немножко игр. Ой, боится. Не, она его зовет играть. Хороший, посмотрите, какой. Она как ребенок очень любит. Она, кстати, не очень любит. У нее есть вот это вот но папарацци. Она не оценивает, короче. Лола сегодня просто в шоке, мне кажется. Смотрите здесь. Ангелина тоже в шоке. У нее тоже это самая длинная прогулка. Смотрите, куда мы пришли. 17 час уже идем. Ну я-то уж точно. Самое лучшее место для маньяков. Реально? Да, ну любой лес, мне кажется, это просто это адекватный лес, это не из тех лесов. Мы уже дошли до ВДНХ, я не знаю, куда они меня ведут. Но Катя хочет в туалет, уже не может. Кому мы записываем видео? Ребят, я знаю, вы ждали, вы хотели, вы вожделели, вы просили. Лола, и вот я в вашем блоге. И вот я в вашем блоге. Уходим сейчас на ВДНХ, ищем туалет. Лола ищет больше всех. И ищем потом кофе. Мы кофеманы, мы любители. На бана? Нет. Обычное коровье молоко. Куда мы вышли? Опять, ладно. Нет, это не смешно. Да. Ой, милашки. Блин, если я на вас упаду, да, извините, вы спортсмен, вы выдержите. Ой, спасибо, лучший топ из мужчин. После идем. Ножки, еще один идет. Давайте еще раз, типа, мы... Идеал, не смотри это. Так и познакомимся. А ты добавишь актерской игры для... Ой, да, я сейчас упаду. Он подходит под цвет твоей шапки. Слушай, здесь обычно ничего не ездит, кроме автобусов таких. Очень холодно. Мы с Лолой в шоке. Снег. Так красиво. Асти для нас поет. Я нашла свой кофе на банановом. Окей, так что у тебя? У меня обычный латте на коровьем. И посмотрите на это. У Лолы мокко со сиропом. Бусинка. Все изыски. Вода Лолы стоит так же, как чай. Да, в чае. Да, это правда. Ну так, с детьми, как вы думали. В таком вот месте. Я возьму себе покушать что-то. Но пока пью кофе. И смотрю на Лолу. Бусинка. Все, почему так никто не сосал? Она любит французскую. Вы поняли. Если ты еще не заметила. Я тоже. Есть конкурс по красным щекам, я сразу туда иду. Я тоже не знаю. Ты не, смотри на меня. Реально? Даже через тоналку. Я просто чувствую, что они меня горят. Все меха Вы сейчас много вот, с кем общаетесь именно в плане? Или я... Спасибо, Катя. Это обычно. Я на лапу ставлю. Давай, Катя. Вот так на меня. Обложка. Обычно наш плюс. Вот, Лола в шоке. Браво. Браво. Все завидуют, да. Базар. Скидывайся мне на бюстгальтер все. Донаты принимаются. Бюстгальтеры, кстати, дорогие наши только, поэтому не покупаю. Отвлеклась.
Ой, как интересно, что Катя. Что она делает? Нам тоже надо, походу. Ой, как интересно, сахарок насыпает. Реально? Да. Любые прогулки всегда ведут в одно место. Это Макдональдс, ну или вкусная точка. Мы покушали. Да, мы покушали, подтверждаю, попили до этого кофе. Пообсуждали всех и вся. Так что счастливые кайчи, это из... Очень счастливые. У нас уже 11 ночи. Ты знаешь, сколько времени сейчас 11 ночи? Да. Я на другом конце Москвы. Построй свою. Любовь. Очень счастливо, очень. Вот так вот выглядит парк ВДНХ. Если что, то все меха на ВДНХ. Угу. Прикольненько. Молодежненько. Beautiful. Какой-то этот снеголёд. Он называется как-то. Как называется снеголёд? Я забыла это слово, когда камни в ебальник. Как не матерись, Лариса смотрит. Лариса, блин, я сказала лицо. На самом деле, довольно красивый парк. Ставлю 7 баллов из 10. Бомжатский вообще. Мой самый нелюбимый парк — это вот МХ в Москве. Тут он неуютный. Неуютный. Какой-то он не парголька. Не, я ставлю 7 из 10. Я ставлю 0 из 10. Если вам интересно. Ну, блин, реально, ни о чем. Честно, мне не нравится. У меня уже следующий день. Я только встала и сразу к вам. Вот так выгляжу. Что хочу сказать. Вчера очень хорошо погуляли. Я сейчас смотрю на бьюти-сайтах SPF. Еще раз расскажу вам о том, что SPF — это очень важно. SPF — это просто максимально нужно, да? И я летом же буду в Молдове, это еще южнее, да, все у нас. И поэтому там-то уж вообще, тем более, когда мы ходим в бассейн или еще куда-то, на самом деле очень тяжело в них разобраться нормально. Не могу сказать, что я до конца это сделала. Но я реально хочу вам сказать, что вы должны обязательно купить себе SPF один для лица, это минимум, и один для тела. То есть, ну, вообще к загару, да, и так очень много вопросов. Я, допустим, наверное, не планирую этим летом загорать. Я планирую этим летом защищаться, да. У меня очень светлая кожа, очень такая белая, она довольно-таки быстро сгорает. Но вот последние года я использую SPF, и я не довожу себя до состояния, знаете, когда вы красные как рак, вот это вот все, когда 150 лет назад считалось, что, ой, это прикольно, надо приехать, да, побывав на отдыхе, там, в отпуске, и приехать красный как рак, пожалуйста, это ужасно, это просто без комментариев. Я смотрю, что... Сейчас очень многие уже отходят вообще от темы солярии, вот это вот все. Все уже как-то не хотят эту кожу, короче, не знаю. Но все же иногда загорелая кожа, она смотрится немножко получше, хотя тоже, да. Я считаю, что если правильный, хороший, нормальный загар, тогда да, а если трэш, то нет. Вот, и еще SPF, у меня еще остались, да. Я их, конечно, закончу в этом году. Там по срокам все ок. Но нужно обязательно купить новый для лица. Обязательно. Я не покупаю, допустим, меньше 50. Я очень светленькая, да. Это что у нас новый какой-то момент? Я очень светлая. Да и вообще, понятно, да? Вот, смотрю там на маркетплейсах, смотрю на бьюти-сайтах, что как, что на сейле, что лучше. Я не покупаю так сразу, я читаю отзывы на различных сайтах, смотрю. Короче, подхожу серьезно. Потом обязательно поделюсь с вами, что я буду брать. Вот, хотела и для тела, но не знаю, наверное, нет, потому что у меня уже... просто 17 тысяч килограмм багажа, и, наверное, только для лица возьму. Я для тела также беру с очень высоким SPF.
и защищаю себя, поэтому начинайте и вы смотреть, и покупать, пока они сейчас не настолько дорогие, пока есть еще какие-то скидки, потому что логично, что ближе к лету все начнут, да, закупаться. Ну, сейчас я не использую SPF, допустим, вот сейчас я в Москве. Как вообще понять, когда надо и когда не надо? Вы можете зайти там, где у вас в iPhone, в Android, погода, и там есть этот индекс, и он показывает, высокий или нет, да, там есть нормы, ну, короче, это очень легко, очень понятно. А по приезду вот в марте я лечу уже обратно в Кишинев, то там, мне кажется, все уже солнышко довольно яркое, поэтому придется начать использовать SPF, да, с начала марта. Здесь, наверное, все же нет, март нет, с начала апреля, хотя хочу вам сказать, что есть люди, кто использует SPF круглый год. Тоже как бы кто что хочет. Вот такая вот я показываюсь вам с утра. Я волосы вот так вот наверх поставила, чтобы они не запутались. Все, напишите мне, какой SPF используете вы, какой вы хотите купить. Я буду дальше смотреть, анализировать. Спасибо за просмотр данного видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.